Ну, мама, наверное. Мама и я, потому что мама вырастила, мама дает пример. Мой дедушка. Почему именно он? Ну, потому что у него были принципы, он жил по совести, вот, в соответствии с духовными какими-то принципами. Вот поэтому он. Для меня идеал, скажем, сказочный персонал, а таки вымышленный персонал, старуха Изергил в Данте. Почему? Потому что этот человек пожертвовал самыми ценностями для своих людей. Ну, хорошо, для меня был Арнольд Шварценеггер как бы идеалом, так как, в принципе, мощь, сила, красота, ну, в принципе, в детстве так мечта была такая. Ну, я, конечно, стремился к нему. Сейчас, как бы, уже не в той форме, которая раньше была, в принципе. Бросьте. Ну, поверьте. Видно. Ну, раньше было еще здоровее. Идеалов у тебя куча было, но в основном как-то я больше относился хорошо к тем людям, которые именно жили как-то, ну, то есть, не имея своего мнения, то есть, жили свободой, как говорится, для себя. Не знаю, если привести какой-нибудь политического деятеля, не знаю, привел бы Петра Первого, потому что человек наш ходил в ситуации, когда вроде бы никто их даже не видел выхода из ситуации. Ну, в частности, не знаю, победа в Полтавской битве. То есть, ну, это же гениальная была победа, то есть, у нас шансов-то было не очень много. То есть, найти выход из ситуации, где никто не видит выхода. А вот в учебе, не знаю, я... Симпатизирует мне ученый Рене Декарт. Ну, это 16 век, по-моему, сейчас, наверное, не ошибиться бы. Что он сказал, что все можно описать в нашем мире. Сказал, что не нужно ничего бояться, не нужно никакими предрассудками заниматься. Все можно объяснить на основе форм и взаимодействия между материей. Это, конечно, мама. Это вообще не обсуждается. На все вдохновляет, везде помогает, где-то поддержит. Тут по-другому никак. То есть только маме привет передадите? Конечно. Мам, я тут в телевизор попал. Наверное, моя семья. Полностью кого-то одного не могу выделить. Все, что есть, они меня вдохновляют. Они источник моей любви, моего вдохновения, моего всего. Правда, не понял. Я сам для себя идеал. Ни под кого не подстраиваюсь, на самом деле. Мама. Ну, думаю, не надо объяснять, почему. Просто я люблю свою маму. Ну, знаете, у меня такого не было, чтобы я кому-то так подражала или кому-то там, ну, не знаю, с кого-то брала пример, такого у меня не было, не знаю, к сожалению или к счастью. Многие люди чему-то научили, на какие-то мысли навели, какие-то вот, может быть, даже своим примером. Прежде всего, мои родители. Если касается звезд, шоу-бизнеса, таковых нет. Прежде всего, ориентир для себя – это я. Уже стремлюсь, ставлю какие-то планы и ориентируюсь на то, какой я была в прошлом, и, следовательно, изменяю свой план на будущее. Мой идеал – это мой дедушка. Он многому меня научил. И, наверное, я всегда брала с него пример. Мой отец. Вот так, мой проще. Ну, и зачем объяснять-то, да? Отец? Тут даже без объяснений просто то, что вырастил меня. Все, дал в жизни все, что есть. Ну и все. Папа, привет.